Этот вертолет пятиклассник Диярбек Абдуганиев сконструировал за несколько дней. Как говорит мальчишка, к увлечению авиамоделированием его пристрастил учитель. Мой учитель заметил, что мне очень нравится делать что-то необычное, обратил внимание на мои рисунки и помог собрать первый самолет. А этот вертолет я уже собирал самостоятельно. Дильшат Юнусметов демонстрирует принцип работы своего байтерека. Модель, говорит школьник, собрал из подручного материала. А это чудо техники, также собранное из самых простых и подручных материалов, представляет Самандар Ниаскулов. Восьмиклассник говорит, что робототехникой увлекся с первых уроков физики. Наш учитель физики на уроках всегда все так интересно объясняет, а еще помогает использовать знания на практике, на кружке робототехники. На эту работу у меня ушел один день, теперь думаю собрать что-нибудь посерьезнее. О серьезной выставке уже мечтает и Шарифбай Куралбаев. В нем талант к живописи также разглядел учитель, но уже рисование. На уроках рисования учитель заметил, что мне нравится рисовать, что я все время делаю наброски и предложил походить в кружок. Все работы здесь сделаны моими друзьями, а парусник нарисовал наш учитель. Спортивные секции, рисование, авиамоделирование, робототехника, вязание, работа с деревом и глиной, занятия во всех этих кружках проводятся бесплатно, а грамотные педагоги умеют вовремя разглядеть талант ребенка. К слову, сами педагоги предпочитают оставаться в тени. Главное, говорят, чтобы об их детях все узнали.